Здание бывшего ведомственного детсада завода «Эра» на улице Муравьева-Амурского отремонтировали и готовят к открытию. Новый детский сад под названием «Матрешка» примет 60 малышей двухлетнего возраста. После того, как детский сад стал муниципальным, его масштабно отремонтировали. В данный момент остались работы по установке АПС, видеонаблюдению, ну и мелкие работы еще по установке оборудования. На площадках уже установлены теневые навесы, в ближайшее время здесь появятся горки и качели. Фасад здания также привели в порядок, покрасили и оштукатурили. Уже заменена водосточная система, кроме того, рабочие построили эвакуационные выходы. То есть был проведен полностью ремонт всех групп, полностью ремонт пищеблока, прачечной и всего помещения, всех помещений. Планируется 3 группы. Планируют для детей возраста 2-3 лет. Напомним, летом 2018 года руководство завода «Эра» приняло решение о закрытии своего детсада. В результате 80 детей остались без детского садика, а десяток педагогов без работы. В ситуацию вмешались городские власти, которые предложили родителям места в муниципальных детсадах. Педагогам же предложили работу в системе городского образования. А здание детского сада после обследования было решено восстановить и открыть в нем ясельные группы. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов. Новости на Восьмом.